가지고 아 진짜? 드셔가지고 이거 러시아예요? 네 러시아 분이 해주셨어요. 잘했는데요? 아 진짜? 잘했어요. 그래도 네, 이 정도면은 사주 된것 치고는 얼마나 있어요? 16년. 와, 16. Помните, я переделала ногти от российского мастера. Это уже росли, поэтому я приехала к корейскому мастеру показать это ногти от российского мастера. Это корейский стиль ногтей. 이거 한 번만 봐주실 수 있나요? 봐주세요. 어떤지. 을 가지고 주셔 가지고 이거 러시아예요? 네, 러시아 분이 해 주셨어요. 그냥 외국 것 같아요. 근데 벌써 2주는 됐잖아요. 저 4주 정도 됐어요. 4주 됐어요? 네, 잘 하는데요? 잘해요? 잘했는데요? 진짜? 그래도 네, 이 정도면은 4주 된 것 치고는 아주 잘. 표면도 좋아하시겠네. 표면도 역시. 대체적으로? 제거를 해도 될까요? Она очень нежно и не больно тщательно убрала маникюры. Оказывается, она преподает, как делать маникюры людям, и сразу чувствовала, что она профессиональная. 얼마나 했어요? 16년째인가? 16년이요? 그러네요. Давайте тогда посмотрим, как она снимает и делает уход. Кстати, она была в Казахстане. Казахстан 어디로 가셨어요? 카자흐스탄. 심블라. 심블라 달라요 한국이랑? 아 너무 다르죠. 일단 그 눈이 다르니까. 그 프렌치 할 때는 한국은 조금 더 얇게 하는 편이긴 한 것 같아요. 반점을 뽑으면 딱 한 달 전이에요. 또 안 풀어지고 오래 가더라고요. 4주 됐는데. 그리고 케어도 잘 해놨으니까 여기 윗부분이 안 뜬 거예요. 저희 집 앞에서 네일을 받았는데 제가 받은 네일 중에 최악이었어요. 이렇게 됐어요. 뭔 컬러 바른 거예요? 네. 당일이에요? 아니면 한 당일이에요? 이거 2시간 반 동안 했어요. 뭐지? 제거가 2만 원이고 그리고 샵은 되게 예뻐요. 너무 충격적이다. 심각한 거예요? 너무 심각하죠. Как она снимает маникюр, это было очень интересно. Она только мягко сверху такие штуки убирает. Вообще не больно и нет раздражения. Я думаю, тогда вообще ногти не портятся. Все убрали. Она поднимала кутикули, потом чтобы легко было убрать. Будем убирать. Она сказала, не надо полностью убрать кутикули и показала, как правильно убирать. 톱에 붙어 있는 것들만 제거를 하는 거예요. 여기를 다 자르고 그러는 게 아니라. 근데 이거 잘못 배운 친구들이 이제 위를 다 잘라버리지. 지저분하다고 생각이 들어서. 근데 큐티클도 자기 역할이 있어요. 이 역할을 아예 없애면 안 돼. 큐티클이 세균 감염을 막아주는 각질을 한 막이란 말이에요. Правда, она не полностью убрала, а специально чуть-чуть оставила кутикули. Теперь делаем форму. Мне так понравилась предыдущая форма, поэтому попросила то же самое. Еще раз таким образом сделали чисто сверху ногти. Кутикули она оставила вот столько, потому что это нужно защищать ногти. Как вы думаете? Добавим размер, длину ногти. В Корее тоже есть мастер, который очень хорошо делает. У нее опыт 16 лет, поэтому я думаю, она лучше делает. Алкоголь. Судомнёмро алкоголь. Теперь будем делать базу. Посмотрите, пожалуйста, какой дизайн я выбрала. База так закончилась. Вот так. Я выбрала оранжевый и розовый цвет. Это ее оборудование. Это так интересно, как осьминожка. Сначала намазывала оранжевый маникюр. Она очень красиво, тщательно намазывала. Скоро я полечу на отпуск, поэтому специально выбрала такой яркий цвет. Это паудер для пудры. Гель для пудры.
Я заметила, что моя предыдущая корейский мастер, она ужасно сделала. Сейчас теперь мастер намного лучше делает. Теперь сверх намазываем пудрой, чтобы ногти блестели хорошо. Я думала, такой дизайн ногти очень хорошо подойдет на море. Красиво, да? Еще я в Корее не видела, кто делает выравнивание, как в СНГ странах. Но она делает. Вот видите, она правда чудо. Она тянет каждый палец. И представляете, цена вообще очень дешево, только $54, а которые вот мой предыдущий ногти стоило почти $50. Правда, эта мастер не зря 16 лет работала мастером. У нее руки очень быстрые, еще очень тщательно делала. Мне очень понравилось. Почти закончилась уже. Так, чуть-чуть очистим руки и посмотрим. Так, дорогие, скажите, пожалуйста, как получилось маникюр? Очень отличается от предыдущего мастера, да? Вот, даже подробно смотреть, очень красиво получилось. Спасибо!